у меня две абсолютно разные девочки. Да, Маруся у меня очень скромная, а ты очень яркая. Сегодня твой день, давай сегодня поговорим о тебе. Я хочу поздравить тебя с днем. Так, галерка, цыть! Я хочу всем сказать, прежде всего... Нет, давай сначала о тебе. Моя любимая, моя дорогая, я поздравляю тебя с тем, что тебе вчера исполнилось целых 8 лет. Еще совсем недавно, как мне казалось, я забрала тебя из роддома, такую маленькую, я так сказала, забрала из роддома, то я тебя не рожала. Не, я тебя все-таки рожала. Хотя, когда мне... отдали мою дочь, я так смотрю, говорю, господи, голубоглазая, рыжая, вообще на меня не похожа. Она такая красивая девочка, неужели она может быть моей? Мне очень повезло. Ева! С днем рождения, малышка! Встречайте! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Вы посмотрите! Какой фантастический дом! Пожалуйста, аккуратненько. Аккуратно сюда к имениннице, тортик. Так, сейчас зажмет самых маленьких. Потрясающе, да? Смотри, какой подходи, кисонь. Давайте назад отойдем, ребят. Все назад, пожалуйста, на шаг. Смотри, вот отсюда. Ребят, давайте отдельно сейчас нас. Рената! Давай подумай над желанием. Очень хорошо. Соберись. И заканчивай с этим, потому что мама в любом случае выполнит все твои желания. Давай. И еще. Фотографируем, кто был.